Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Итак, я переместился вот сюда, чтобы сгонять до нашего знаменитого стрелка Эммета Грэнджера. Ну что ж, давайте туда сходим. Я знаю, что многие задавали вопрос, как найти и где найти губную гармошку. Я вам сейчас это покажу. Все очень просто. Губная гармошка у него. Ну, давай. О, какая свинота бегает. А, нет, не свинот. Я думал, это свинья. А это казалось не свинья. Ну что ж, давай, ладно, хрен с ним. Ух ты, сколько их тут. Может, поймаем одного? Блин, как они бегают. Они как зайцы бегают. Обалдеть. Ладно, хрен с ним. Не будем никого ловить. Прячусь. Ну что, старый хер? Как дела-то у тебя? Эй, ты! Чё тебе надо-то? А, здрасте, это вы Грэнджер? Это мое имя. Фермер — моя профессия, если вы не заметили. Ну так было не всегда, верно? Раньше вы были стрелком. Вы Джима Боя Кэллоуэ знаете? Раньше дознал. Это было очень-очень давно. А кто вы? Неважно. Вы должны рассказать мне про Джима Боя. Мне просто нужна цитата для книги. Для книги про Джима Боя? Вот черт, а. Сейчас не могу поверить. Посмотрите-ка, я по колено в свином навозе. Да я не против, в принципе. Можешь поговорить, когда вы работаете. Не, я либо машу лопатой, либо разговариваю. И потом, вы, юноша, с этим вдвое быстрее управитесь, чем я. Ну, даже не знаю. А что тут знать-то? Вас интересует прошлое? Вы убираете дерьмо, а я рассказываю несколько интересных историй. Или ничего ни хера вам не расскажу. Проклятие. Надеюсь, истории будут хорошие. Чё стоишь, вилы в руки? Вилы? Ну давай, ладно, хрен с ним. Чё, мне говно прям убирать, да? Ладно, я вычищу твое чертово дерьмо. Джим Бой — это пустое место. Я убивал мужчин, женщин, детей и животных. Я даже камни убивал. И убивал наверняка. Я расстреливал людей, протыкал их ножом, освежевал, с некоторых снимал скальп. О, как кричат, когда сдираешь скальп. Чувак, ты больной. Эй, не мешай мне работать нахер. Я не знаю, чем эти боровы набили брюхо, но я знаю, что из них выходит. Я избивал людей, резал их, сжигал заживо, хоронил заживо. Один раз как-то. Чувак, хорош, блин, я понял, что ты мерзкий тип. Что насчет Кэллоуэ? Ты себе даже не представляешь, представить не можешь, какому... Чё? Я бы, наверное, отрубил башку, а туловище нафаршивал бы. И съел, как батон колбасы. Я даже не сомневаюсь, чувак. Теперь здесь так чисто, что отсюда можно даже жрать. Значит, это все, да? Отвези тачку, кучу дерьма, и на этом все. Ладно. Дерьма тут хватает. Потому что свиньи голодные. А работников нет. Черт! Какая вонь! Так, я все убрал. Давай рассказывай о Кэллоуэ. Я же сказал, что расскажу истории. Не обещал, что они будут о нем. Не шути со мной, старик. Ты его знал? Расскажи мне хоть что-нибудь, что угодно. Напиши лучше обо мне. Это же просто слова, что ты завелся-то. Расскажи, я тебя оставлю в покое. Будь осторожен. Я же все-таки убийца, мой нож часто успокаивал таких, как ты. Знаешь что, по-моему, ты никто иной, как просто сумасшедший старик. Я не убийца. Я просто заключил сделку с федералами. Последний шанс, мистер Грэнджер. Дай мне цитату для моей книги. Эй, зачем же нападать на человека-то? А вдруг свидетели?
Кэллоуэй сказал, что ты просто болван. Оказывается, он тебе польстил. У меня руки чешутся с тобой разобраться. Только жалко тратить время. Много времени потеряешь? Ну, раз я здесь все вычистил. Ну, по-моему, у меня полное право есть разнести здесь все в хлам. Ну что же, не стоит этого делать. Так, так. А мне ведь просто была нужна цитата. Ты даже не представляешь, с кем связался. Это мой динамит. Да пошел нахер. Так. А заложить динамит в навозную кучу? Это хорошо. Ты зачем нахрен залез на него? Нет. 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 Нет, нет, нет. Вау, фейерверк. Чувак, да ты весь по уши в дерьме. Получи душу из дерьма, мистер Грейнджер. Ох, какая мерзость. Ты заслужил право на смерть. Я с удовольствием тебя убью. Выхватывай. Это будет последнее, что ты сделаешь в своей жизни. Да? А я вот не уверен в этом. Ну что, все, крантец легендарному говняному стрелку. А, у него что-то есть, давай ограбим. Фу, блин, не надо было его трогать на самом деле. Черт возьми. Ну ладно, золотые часы тоже неплохо. Так, давай, подожди, где наш... Где фотик-то? А вот и наш фотик. Ну доставай, ну что такое? Так. Не, я не туда развернут. Да что ж такое-то, когда я сюда... Так, давай. Во, ништяк. Вот сейчас будет... Да не видно его нихера. Просто видно какой-то труп, и все. Не видно, кто это. Так, может быть, чуть-чуть левее. А, блин. Ну ладно, хрен с ним. Как получится, так получится. Вот так вот, в принципе, неплохо. Ну-ка. Все, Эммет Грейнджер выполнено. А револьвер, а мне он нужен, его ствол-то? Ну, да, нифига себе, я сейчас буду свой хороший ствол менять вот на это говнище. Не. А может вот этот поменять? Да, они одинаковые. Хер тебе, ничего я не буду у тебя брать. Не нужен мне, не нужен. Так, отдохнуть у огня тоже не надо. Так, пойдем посмотрим, что у него в доме. Да выбивай дверь, все и так понятно. Текс. Че тут у нас старик оставил нам? Карабин. Да не, я старье не подбираю. Да говорю, старье не подбираю. Что-нибудь еще можно здесь взять или нет? Обыскать ящик. Понятно. Ничего интересного. А здесь? Тоже ничего интересного. Ну вот, друзья, и губная гармошка. Ну вот она. Губная гармошечка. Консервы у меня до хера, короче. У меня здесь всего много. Отлично. Ну, тогда ладно.